Перед нами не просто фэшн, это арт-фотография. Я бы даже дала определение «скульптурная фотография». Обратите внимание, на этих работах личность модели играет второстепенную роль. Здесь модель более объективна, чем субъективна. То есть нет акцента на ее внешности, на каком-то образе или на бренде. Здесь целостный образ, сочетание цвета, света, форм и линий. Когда мы рассматриваем такие работы, надо смотреть на общее впечатление, которое они у нас создают, и изучать, на чем фотограф построил свои образы.